Всем привет, меня зовут Кристина Корс. Сегодня я буду снимать видео 24 часа под кроватью родителей. Это очень странно и надеюсь, что вам понравится. К тому же это сейчас такая модная штука на YouTube. Все снимают 24 часа в сауне, 24 часа в закрытой Икее, в закрытом лабиринте и где только не снимают. И я тоже решила снять. И сейчас дома пока что никого нету, но скоро уже все придут, уже 7 часов, и за окном уже, собственно говоря, темно, и мне нужно будет продержаться там очень много. Я надеюсь, что у меня все получится, хотя я очень боюсь на самом деле. Я зашла в комнату, здесь очень темно, я свечу фонариком, надеюсь, что меня нормально видно, и здесь просто темно, и я сейчас должна буду залезть под кровать. Короче, вон там вот, мне нужно туда залезть, под кровать. И там что-то еще лежит. Чемодан, короче. Я должна туда уместиться. И, в принципе, кровать большая. Так что, я думаю, я очень помещусь даже. Короче, я лежу уже у кровати. И сейчас буду туда залазить. Я не знаю, как я это сделаю, но пока что я вроде пролезла. Я немножко не вмещаюсь тут. Я залезла. Отлично поместилась. Мне удобно, все хорошо. Здесь лежат какие-то пакеты, чтобы вы не думали, типа, а мама не будет меня искать. Я сказала ей, что я поеду к подруге, ну все нормально. Но мне на самом деле очень страшно, я не знаю, как я тут буду всю ночь. Нереально стрёмно вообще. Единственное, блин, больно лежать на ребрах. Как кто-то ходит по двери, слышу, блин, это нереально стрёмно. Я слышу шаги. И, блин, я положила фонарь куда подальше, чтобы его не было видно. Из-под кровати дверь открыли. Мне стрёмно. Господи, блин, пипец. Это вообще стрёмно. Я сейчас включу немножко фонарь, чтобы меня было видно. Потому что она ушла, короче. Я думаю, вы слышали, как дверь хлопнула. Она ушла, и меня тоже не особо видно, я понимаю. Но просто, блин, я сейчас могу хотя бы чуть-чуть включить свет. Там она включила свет, ночник. В этой комнате вообще нет света, поэтому здесь только такое освещение. Поэтому ничего не видно особо. Блин. Реально стрёмно вообще. Она наверное, ушла сейчас умываться, там, что-то делать. Серёж, спать идёшь? Да, иду. Я по телеку посмотрела сначала. Капец. Телевизор включили. Я слышу, что глухаешь ты такой. Кровать сберу. А что у нас с телевизором не удалось подключиться к интернету? У нас интернет вообще работает? Она там разговаривает, я не знаю, она идет, идет, я слышу, слышу, она идет. Поверить. Я боюсь говорить. А сегодня перекрыли, помнишь, что ли, дороги? Тоже корова хранит. Время уже. Спать хочу, блин, пипец, врубай вообще. Блин, это что у меня перерывало? Сейчас. Ну понятно. Пипец, по дороге поспишь. Где поспишь? По дороге поспишь. Да. За рулем, что ли? Ладно, ладно, все, ладно. Все, 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 иди. Куда? Сейчас опять. Ну все, поднимай. Пойдем, куда стоит сейчас.
Блин, ярко как-то. Дай обойти. Просто я тут чуть не родила. Я не знаю, кого. Но мне, блин, очень стрёмно. Не знаю, может они еще вернутся, но вроде пошли завтракать. Я здесь ночью вообще уснуть вообще не могу. Ничего не видно. Реально стрёмно. Просто, блядь, я ночью тут все ребра отлежала. Это какой-то капец. Яичницу будешь? Да. Уже пойдут на работу. Сейчас 77. Ты же собрался? Уже свет выключили. Уже сейчас уйдут. Мне стрёмно здесь так темно. Блин, ё-моё. Мне реально стрёмно. Меня сейчас, блин, закроют. Я не знаю, я сейчас пойду спать, наверное, у меня голоса просто ужас. За окном еще темно, и мне просто реально болит. Я это не продумала, это было ужасно просто. Мне нереально стрёмно просто, я это ужасно было просто. Я пришла к себе в комнату сейчас рано. Я, наверное, буду спать, потому что я не выспалась. Я проснулась, наверное, в 5 или в 6, я не знаю, не смотрела на время. Все было стрёмно, это было капец. Я не знаю, если вы хотите еще какие-то видео 24 часа, хотя я все отлежал, все ребра, просто я не знаю, как я вынесла это, то пишите в комментарии, ставьте ваши пальцы вверх. Мне до сих пор небольшая дрожь, и я очень хочу есть, я хочу в туалет, я хочу пить, я серьезно, я отлежала все, уснуть из-за этого не могла, нужно было как-то... Не забывайте подписываться на мой инстаграм, АСКФМ ВКонтакте и другие соцсети, всем пока!